Небывалые скорости в ближайшие дни можно увидеть и в Крылатском, где пройдет чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Именно по итогам первенства будет назван состав сборной России на Олимпиаду в Токио. Ну а 26 июня в эфире телеканала «Матч страна» смотрите специальный репортаж, посвященный этому событию. Для многих сегодня же наших гребцов, байдарочников и каноистов это очень важный и значимый чемпионат, потому что именно здесь, кто становится чемпионом на олимпийской дистанции, тот и едет на Олимпийские игры и представляет страну и наш вид спорта на Олимпиаде. Много перспективных ребят, которые здесь будут бороться за олимпийские лицензии, потому что именно на байдарке-одиночке 500 метров по нашему регламенту, нашей Всероссийской Федерации, утвержденным по президиуму, будут первая четверка, первая пятерка на одиночке 500 метров, будет комплектоваться экипаж на 500 метров в байдарке четверки. Так что шанс есть всегда, в любой ситуации. Все много зависит от совокупности факторов, вот, чтобы все вошло воедино, то есть и подготовка, и психологический настрой, и, конечно, очень важна мотивация для спортсменов, потому что очень тяжелый год был, то есть и год пандемийный, то есть пережить все, отмена Олимпиады, перенос соревнований. Возможно все, нужно только очень сильно захотеть и полностью раскрыться, сосредоточиться на гонке и выдать максимальный результат. Телеканал «Матч страна» продолжает знакомить вас с участниками игр в Токио, чьи виды спорта впервые оказались в олимпийской семье.